Всем привет, с вами Тоха 1979. Я начинаю новое прохождение нового мода на Сталкер Тень Чернобыля, упавшая звезда, честь наемника. Ну что ж, ребята, попробуем, что это за мод. Я его вроде трошки играл, пробовал, вроде так ничего. Ну что, ребята, поехали. Так, ребята, это заставочка. Агропром найдены приборы регистрации выбросов аномальной энергии. Задержанный бойцами долго ученый доктор Ремезов сообщает о разработке научного отдела апокалипсиса. Установки способны перенаправлять выбросы. Сталкеры и военные, объединившись, берут штурмом ЧАЭС. Легенда зоны, сталкер по прозвищу Стрелок, в одиночку прорывается в бункер управления монолитом и уничтожает научный отдел группировки «Апокалипсис». Вперед у иностранца по фамилии Бергер. Задание по розыску трех пропавших в зоне сталкеров.
для начала игры. Какими-то Хьюго, встретиться с Хьюго каким-то, ребята. Так, спрячем их, посмотрим, что у нас есть. Ножички и прицельчики, больше ни хрена, ребята. Тут вот сталкеры ищут. Так, вот такой. Привет, привет. Рыбу что ловите или ключи от машины утопили? А теплую пить за радость-то не позволяет. Типа того, не подскажешь, где закупиться можно. С базы. Ну пока. Так. Да-да. Так. Что ж, попробуем. Так. О, завелась машина наша, пацаны. Поехали. Опа-на. Мы туда выйдем. По зоне. Сейчас мне такую водила, конечно, бля. Ну ничего. Поперли, пацаны. Ребята, занесло. Опа. Поехали. Так. Поехали. Так. Поехали теперь. До какого-то Хью, ребята. По горам, блядь, на Ниве. Капец рассекаемый. Ух ты, блядь, ух ты, ишь как.
Сверить мы с горочкой, ребята. Опа, вроде мы приехали до какого-то Юи. Все, вылезли, ребята, мы с нашего джипа. Так. Юи. Так. Походу так. Так, встретиться с Хьюи. Информация. Так, пошлите, ребята. Вау! Вот это я, блядь. Так. На встрече. Так. Хьюи нас тут ждет, ребята. Тайный туннель. Договорились. Так. Теперь надо, ребята, до торговца идти. Так. Торговец. Так. С баром мы вышли. Пацаны. Так. Так. Лагерь бандитов. Хутор Сидоровича. Фабрика. Лужа какая-то. Так. Нам нужно до Сидоровича, ребята. Это походу туда. Так. Где ж там наша, блядь? Так, а ну-ка, ребята, как я помню, тут, может, где-то что-то есть проныканное. Походим, пошаримся, ребята. Вот тут какие-то тайнички есть. Вроде нихуя нету. Может, кто-то где-то что-то нам, блядь, и проныкал, ребята. Бо мы, блядь, с одним ножичком, блядь. Так, о, заберем
сейчас мы сюда. Так. Что тут у нас? Ай, короче, ребята, не будем тратить время. Так. Так. Что-то я, блядь, не ту степь пошел, наверное. Ладно, пошлите до Сидоровича, короче, ребята. О, еще есть? Тачка, блядь. УАЗик. Ладно. Нам нужно туда, там наша Нива стоит. Ребята, Нива наша там стоит. Так, поднимаемся. Так. Где наша Нива? Ребята, вон она. Нива, Нива, Нива. Наш внедорожник, ребята. Так, заворачиваемся. Поехали. По полям, ребята. Вот мостик есть. Сейчас мы через него будем приезжать. Деревня, пацаны, вон. Деревня. Приехали мы. Идемте до Сидоровича. Так, где-то тут Сидорович обитает. Так, вот тут, ребята. Тут ничего нету? Есть. Спиздим мы водку. Вернулся? Ближе подойди, сука. О, здорово, Сидорович. Джонни, хорошо у тебя память, Сидорович. Да. Я с военными дел не хочу. Именно работу я и ищу. Потеряю, нет у меня пока дела. Договорились. Так, теперь поговорить нужно с Копером, ребята. Так, пошли, пацаны. Ну, проветришься, заходи. Ага, хорошо. Так. Так, где наш транспорт? Где он? Где мы оставили нашу Ниву? Что-то я не врублюсь. Нива, ты где? А, вот она. Так. Заведем мы карта. Ага. Так, ребята, выезжаем. Там где-то дорожка есть. Выйдем на дорожку. Вон она, дорожка, пацаны. И поедем до Купера. Какой-то, сука, америкос, ребята. Ну что ж, поехали. Мы гасаем, мы на Ниве, мы гасаем, так. Ребята поперли. Спокойно, ни мутантов, никого покуда нет, ребята. Так. Погнали. Ты не
только по мне меня попасть. Какого хуя вы это не доебали? Я вам ничего не сделал. Когда-то едем, мы едем, мы мчимся на Ниве своей. Опа. Меня ждет полковник Копер. Спасибо. Так, что, сука, не завалили, блядь, ебаный вот. Вся хуйня на изо, пацаны. Так. Полковничек Купер. Так. Вот он. Я Галил Сидорович, он сказал, что вам, что вы ищете проводника. Я бы мог бы вам полезен. Какой квалификации идет речь, полковник? Я ходил в зону, могу быть проводником. Значит, пропуска мне не видать. Прощай, полковник. Вот, блин. Так, что теперь что делать, ребята? Ну что ж. Все. Идемте назад. Сидоровичу. Поехали, наверное. Так. Так. Опа, назад. Поехали дальше, ребята, к Сидоровичу. Поехали. Так. Ай. Так. Ребята, поехали. Тихо. Нам нужно до бармена, ребята, поехать. До своего кореша. Так, тут еще такой прикол, ребята, только что я сбил сталкера и пиздец. Сразу конец игры. Написано. Джей так бы и не сделал. Тут поосторожнее, ребята, когда играть будете. Тут нельзя убивать, блядь, из этих людей, оказывается. Покудово. Сталкеров, да, игра заканчивается. Прикол. Так самое, как и в фотографии, ребята. Если вы миссию неправильно не прошли, все, надо начать все сначала. Замудренные моды, блядь. Так. Просто я сбил, блядь, сталкера машиной и пиздец. И было. Написано, все, конец игры. Диджей бы так не сделал. Нахуй, сука, под колеса лез, пиздюк. Так, ребята, едем до бармена, до своего кента, до Хьюи, который сидит в баре там. Так. Поехали, опа. Так, будет нормально. Гасаем, ребята, по зоне. Просто по зоне. Так. Сейчас я буду осторожен, чтобы никакой, сука, хуй самоубийца не лез под колеса. Вот это хуйло, ребята. Я его, блядь, сбил. Вот этого педика, сука. Который ИД, блядь, мудила, сука. Не лезь под колеса, демон. Сука, и шаг. Так, вот тут и сталкеры. Так, нам нужно... Барчик, ребята. Так, хват. Вылезем. Так. Что-то я заблукался. А где бар? Бар где? А вот он, ребята, бар. Проехал я. Вот Алёша. Так. Пошлите. Так. Вот с этим хреном пообщаемся. Купер отказался от моих услуг. Все. Вы не поняли, он начал опираться своими силами.
Хорошо, так. Хорошо, я понял. Так, теперь мне нужно снять там комнату у Сидоровича. А ну-ка, бармен, бармен. Торганем. У нас 45 тысяч. Аптечки нам не помешают, бинты тоже не помешают. И похавать нам надо взять. Прогонем. Уйти. До встречи. Нам пригодится эта байда. Хорошо, за сталкер не хочет общаться. Может тут кто-то со мной пообщаться захочет. Тоже не хочет. Этот хер тоже не хочет. Отцы угрюмый. Тоже не хочет. Тоже не манихера. Короче, какие, сука, все не гостеприимные ребята. Так, ну что ж. Будем хоть комнату снимать у Сидоровича. Так. Так, так, так. Вот, блин, да? Братан, что такое? О, что-то у меня уже багажника нету. Ха. Так. Так. Какой я здоровый, ребята. Ни хера себе, да? Вот это я машину пхнул, бля. Так. Сука, только подкрылся, сука, не прыгайте, ребята. Ух ты, блядь. Тихо, тихо, пацаны, я не хотел. Ебать, сейчас, блядь, ебать, что-то с машиной, пацаны. Что-то с машиной. Поехали, пацаны. Русский джип. Вау. Все, я полетел, ребята. Опа. Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Все, ребята. Я приехал. Так. Где там Сидор, блядь? Сидорович, дай, сука, мне комнату. Демон. Демон. Так. Есть что-то стоящее? Да, нихуя хорошего. Ближе, сука, подойди. Сидорович, мне сказали, что ты можешь помочь с жильем. Откуда знаешь, что я понравился полковнику? Что нужно делать? Сколько у него человек в бригаде? Вооруженные? Мне нужен ствол. Думал, здесь куплю. Где его искать? Спасибо. Так. Задание выполнено. Надо найти какого-то хрена. Удачной охоты, сталкер. Так. Вот, ребята, походу, наверное, мое жилье. Ага. Ага. Забить кубису стрелу. Так, кто такой кубис, ребята? О. Кубис.
Ну, в смысле? Ты самый комбиз слыхал? Нет. Нет. Я пройду, сам смотри. Не. Обосрись. Так. Все, ребят. До встречи. Так, пятый, ребята. Мне нужно вооружиться. Ага. Погнануть. Перейдите в нота. Хрен мне вооружиться. Так. Опа, опа. Тут какую-то хрень есть. Мы с ним побазарим. Он спит, суча. Вооружиться мне надо. Ага. Так, ребята, это мне нужно в барчик сбегать. Барчик, барчик. Просто барчик. Бар. Бегаем, ребята, в бар. Ладно. Где наш там тарантас? Где мы его оставили? Михаил, ладно, даже бар, ребята. Побежали в бар. Так. Ну что ж, ребята, куда побегу, увидимся в баре. Так, ребята, я добавил. Ребята, на стрелку побежали, там настреляли, ребята, и увидимся. Так, ребята, так. Нам вот какой-то бур. Готов, пацаны. Так. И наши ножички. Сука. Все, мы у него забираем, ребята. Так. О. Так, заряжаемся, пацаны, сохранимся. А теперь погнали на стрелку. Там не должна быть стрелка, пацаны. Так, ну что ж. Нас там ждут клиенты. Питарасы, три штучки. Так. На, получай! Где эти демоны, сука? На, получай! На, хватай! Готов, пацаны, один. Готов. Так. Где он? Готов, пацаны. Все возьмем. 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 Все возьмем. Все возьмем, ребята. Сохранимся. Так, ну что ж. Мы
Удачно сходили на стрелочку. Так, ребята. Удачно, совсем удачно сходили. Ну что ж. На этом будет наша часть, ребята, закончена. До следующей встречи на моем канале. Всем приятного просмотра. С вами был Тоха1979. До следующих встреч, ребята. Всем пока.